Городской округ Люберцы стал площадкой проведения мини-турнира по силовому экстриму. 25 января 2021 года этот вид спорта в России признан официальным. В первом в истории нашей страны соревнования приняли участие спортсмены из Москвы, Московской, Ростовской, Тульской областей, а также из Южной Кореи. С самыми сильными людьми пообщался Григорий Ворванин. Дисциплина лог-лифт в силовом экстриме считается одной из самых популярных. Поднял бревно, зафиксировал его, и вот результат. Чем тяжелее снаряд, тем ближе победа. Вес лог-лифта без дисков минимум 35 килограммов. Для профессионалов это немного, поэтому каждый устанавливает для себя предельную нагрузку, порой не рассчитав свои возможности. В отличие от других участников, для силового экстремала из Люберец Сергея Чуприны это первое участие в подобных соревнованиях. Остановился на весе 97,5 килограммов. Говорит, за результатом не гнался, просто проверил, на что способно тело. Очень интересно, весело. Главное, чтобы без травм, это самое важное. Главное, вовремя остановиться. Во всем мире силовой экстрим уже давно считается официальным видом спорта. С 25 января 2021 года и в России. Этого события наши спортсмены ждали почти 20 лет. Я как люберчанин отдельно хотел бы отметить, что наш турнир проходит впервые как вид спорта на территории не только городского округа Люберцы. Это первый турнир, который, можно сказать, открывает турниры видов спорта силовой экстрим. Будем замахиваться на все самые крупные игры, которые есть в регионе, и будем оправдывать, скажем так, наш лозунг, что Люберцы является территорией спорта. В администрации не исключают, что соревнования по силовому экстриму в Люберцах будут проводиться на регулярной основе. Для Люберец это здесь ничего нового нет, просто нужно придать эту некую динамику, и будем стремиться, чтобы в этом плане по силовому экстриму Люберцы стали столицей этого вида спорта. Мы будем к этому стремиться. Победителям и призерам вручили медали и дипломы. Также на турнире был установлен рекорд Москвы и Московской области. Иван Макаров поднял бревно весом 180 килограммов. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.